20 декабря, и у меня снова улыбка на лице, потому что, ой, погода шепчет. После вчерашнего проливника в Эскориале и последовавшего за ним проливника в Мадриде, как оказалось, и в Мадриде тоже весь день шел дождь, не только в Эскориале, но в Эскориале, конечно, стена была. Я промокла до нитки, просто до, не побоюсь этого слова сказать, трусов. Поэтому сегодня, когда я вышла утром за свежей булочкой и кофе, меня порадовало то, что лужи, конечно, есть, но небо приятно голубое. С облаками, ничего не могу сказать. Но очень бы было желательно, чтобы сегодня дождя не было. Потому что я целый день в зоопарке. Я никогда не была в мадридском зоопарке. Вообще в Каса де Кампо, а он находится в Каса де Кампо, я опять здесь. Не была, хочется посмотреть. И похоже, что я забыла, конечно же, расписание выступлений. А там выступления и морских котиков, и дельфинов, и хищных птиц, и тропических птиц. Ну, не выступления, но в свободном полете их выпускают. По-моему, в 11.30, в 11 открывается зоопарк, в 11.30 мне надо свернуть направо к котикам, насколько я помню. Но сейчас изучу, я даже время не знаю. Как-то сегодня мы так в дождливую ночь, дождь шел целую ночь, поэтому спалось вполне себе неплохо, но нос у меня немножко зудит, горло тоже, поэтому надо бы, конечно, аспирин выпить на ночь, но вечером другие планы. Так, ну все, вокруг меня лес, а мне-то надо, чтобы был уже зоопарк. Характерного запаха не чувствую, запах свежести потрясающий. Лес после дождя. В общем, сегодня довольно тепло. Все испаряется. Вообще красота. Ну вот, у меня сегодня встреча с природой. Встреча с прекрасным. Так что увидимся в зоопарке. Я говорю, Мадрида.